Я раньше не учился, а потом научился. Теперь покататься на велосипеде для воспитанников Дербышинского интерната не проблема. 14 новых двухколесных машин сегодня ребятам подарили министр здравоохранения Татарстана и главные врачи республиканских медучреждений. Глядя на то, как Никита упорно крутит педали, трудно поверить, что кататься на двух колесах он научился только сегодня. Тем, у кого сразу не получалось удерживать равновесие, помогали воспитатели. Это такое удовольствие, пока лето, мы должны кататься с детьми на велосипедах. У каждого ребенка мечта покататься на велосипеде. С просьбой помочь воспитанникам интерната купить велосипеды к министру здравоохранения Татарстана обратились представители одного из благотворительных фондов. Двухколесные подарки были приобретены на собственные средства министра и руководителей нескольких больниц. Эти улыбки – это такая искренняя радость. Я думаю, что мало мест, где вот так вот дети искренне могут радоваться, потому что я думаю, что они даже не ожидали. Для них это полная неожиданность, сюрприз и такой вот подарок. Все увлеченные очень катаются по территории. Территория есть, дорожки есть, поэтому я думаю, что у них будет хорошее время летнее с велосипедами и с пользой для здоровья. Ветер, холод. Что бы ни испытывал каждый из ребят в отдельности, катаясь на велосипеде, настоящее удовольствие получили все. По словам врачей, для детей и подростков с ограниченными возможностями это не только вид отдыха, но и способ реабилитации. Мы ведь понимаем, эти дети, у них определенные есть ограничения в жизни. Им очень трудно набирать какой-то опыт, учиться каким-то навыкам. И где-то, если мы сможем принять участие, взрослые, а вот те дети, которые нуждаются у нас, конечно, мы всегда будем поддерживать. После концерта воспитанников интерната фото с гостями на память. По словам воспитателей, этот день, особенно подарки, дети запомнят надолго. Светлана Белова, Владимир Ладушкин, эфир 24. Библиотекари. В воскресенье. Весь день. На телеканале «Эфир».